Аня, у нас с 30 марта самоизоляция! О, да, наконец-то появилось время прочитать все любимые книги. Да, не думала, что я доживу до того времени, когда начну читать словарь. Центр британской книги опубликовал новый пост. Ого, какая классная подборка. Я явно найду что-нибудь поинтереснее словаря. Всем большое спасибо за внимание. В этом году мы также планируем продолжить нашу подборку. Несмотря на то, что библиотека уже открыта, мы понимаем, что данные ресурсы, они все равно оказались популярны даже сейчас. Вот, как, например, последний пост рождественский нам это показал. Так что продолжим в этом же духе. Всем спасибо.